Всем привет, друзья, с вами Кайсел, Драйвер 51 Рус. Значит, сегодня у нас уже декабрь, да, 18 число, скоро Новый год. Всех ребят с наступающим. Сегодня у нас на обзорчике по MudRunner будет приватный мод, значит, от Романа. Давайте зачитаю по-быстрому. Мод МАЗ 200 Ш, да, или Ш. Аж кому как правильнее, да. Давайте, значит, для MudRunner, значит, характеристики. Ничего не заменяет. Тестировался на версии Spintires MudRunner. Значит, есть анимация руля, подвески, зеркал, карданов, аддонов и брызговиков. Есть несколько аддонов и прицепов. Проходимость высокая. Можно возить два вида грузов. Мультиплеер достижений не проверял. Модели, текстуры Сергей Бочаров, аддоны Сергей Бочаров, РОНИ, колеса Сергей Бочаров, звук РОНИ, мод сделал РОНИ. Авторские права на модель принадлежат их авторам. Распространение по интернету строго запрещено. Еще раз, ребят, повторяю, значит, для тех, кто плохо понимает или плохо слышит, значит, слушайте, что вам говорят на стримах. Вот будете мне писать такие вопросы, дай ссылку, дай мод, где взять. Слушайте, что говорят на стриме, ребята. Это во-первых, да. Во-вторых, если вы слышите, что говорят на стримах, да, вы, пожалуйста, вниз под видео проходите. И если мод приватный, то ссылочка на автора, в основном всегда я так делаю, ссылочка на автора присутствует в описании под видео. Нажимаете на ссылочку, проходите к автору и общайтесь по поводу приобретения, да, и дай ссылку, не дай ссылку, дай скачать и так далее. Все вопросы туда, как приобрести. Также можете по вопросу, если хотите какой-то приватный мод замутить, да, у кого есть возможности и средства, да, то можете обращаться к ребятам. Ссылочка есть в описании под видео. Обращайтесь к Роману или к Сереге. Они у меня есть в ВКонтакте, друзья, проходите, ссылка на группу ВКонтакте будет также в описании под видео. В друзьях можете посмотреть, там есть Владимир Высоцкий, Рони, Роман, значит, Серега и так далее. Значит, кого найдете, пишите. У всех есть, наверное, руки, голова, мозги, все умеют говорить, читать дискорд и так далее. Поэтому все вопросы туда, ребят. Я делаю только обзор, обзорю мод по поводу цены, приобретения и всего остального, заказов. Все, ребята, обращайтесь к парням. Значит, все, я описание прочитал. Так, давайте перескакиваем. Мы на данный, я даже не знаю, как это сказать, автомобиль, да, автобус, полуавтомобиль. Вот такие мазы, ну, табличка ЯЗа и мишка тут есть, надпись. Я так понимаю, что это ЯЗ, МАЗ. Ну, не знаю, посмотрите, кому интересно, в интернете, что это такое. Раз Роман написал МАЗа, значит, будем говорить, что это МАЗ или ЯЗ, да? ЯЗ-то вообще, по идее, наверное, красная, или как, я честно не могу сказать. Значит, давайте много, как говорится, говорим, мало показываем. Естественно, два варианта автомобиля будет у нас, значит, один полный привод, второй неполный. Кстати, присутствуют дополнительные колеса, но сейчас я этого, скажем так, ставить не буду. Все это есть, естественно, когда приобретете, все это можно узнать у автора. Если сами не умеете, как прописать колеса дополнительные, там, да, другие, то можете задать вопрос автору или попросить, чтобы, если приобретаете, чтобы он вам что-то там поставил, переделал, да. Вот, я ничего не буду, вот как мне Роман скинул, только-только, значит, будем его обзорить. Свой звук, естественно, присутствует обалденный сигнал, это все понятно. Давайте-ка заглушим. Так, анимация двигателя, я вижу. Оп, стоп. Давайте начнем с анимации. Давайте запустим его. Блин, ну, конечно, шикардосный звук. Так, открываем капот. Ага, даже видите, эти штучки опять работают все. Закрывушки, открывушки. Так, дверь. Какую-то мы дверь открыли. Какую? Какую, где? Вон, сзади открывается дверь. Значит, вот она. Сейчас мы будем все, как говорится, посмотреть. Так, еще дверь водительская. Тут мы сейчас посмотрим. Справа дверь открывается. Угу, еще дверь где-то. А, вот еще и сзади. Хрена себе. Ну, парни, как всегда. Как всегда. Все. Еще, знаете, надо сделать, чтобы крючок без собака открывался. И полный будет комплект анимации. Да? И дворники бы еще работали на ходу. Но это как бы не предусмотрено игрой тут. Так. Все у нас тут есть. Наверняка, да, рабочий вентилятор. Вот я вижу. Давайте залезем, посмотрим. Да, все есть. Это как-то мутновато, да? Это надо зайти в настройки. Что-то нам тут пухнет, наверное. Эффект дополнительной резкости, наверное. Вот это я понимаю. Надо продолжить. Да? Ничего не изменилось. Мыло это как-то так и осталось. Так, сейчас стойте. Где же этот? Вот. Глубины резкости. Вот это надо убирать. Я понимаю. Продолжить. Вот, теперь еще best of the best. Так. Все, ребята, крутится у нас. Значит, все читабельно. Даже на огнетушителе. Есть надписи, но какие-то не русские. Значит. Сейчас залезем еще под машину. Наверняка все тоже. Ну, да, рулевые тяги работают. Что тут у нас есть? Да, все, конечно, шикарно, ребята, сделано, как обычно. Давайте вон тут залезем. Этих штук-то мало-мало. То самое беленькое сверху. Ну ничего страшного. Так, в салоне. Так. И дар газа. Ой, ты куда уехал-то? Ёпкарный бабай. Ни хрена себе. Так, ну вот сейчас тут я не вижу анимации. Ничего было написано. Про ля-ля-ля-ля-ля, карданом, брызговиков, подвески. А, про педаль ничего не написано. Это я уже привык просто, да? На многих, на КрАЗах, как я видел, что работают педали, поэтому анимация стоит. Значит, свет у нас туда, когда горит, не горит, все это дело походу включается. Вот, все есть, что-то работает. Так, анимация руля, все присутствует, ребята. Ладно, погнали по аддонам. Так. Упс. Куда-то я не туда опять, наверное, перескочил. Или туда, не туда. Да ё-моё. Вот коромысло. Вот. Знаете, когда давно не играешь, в этот самый MudRunner забываешь потом. Все эти кнопки. SnowRunner, Spintires, MudRunner. Так, закрываем мы капот. Я так понимаю, что с дверями мы чуть попозже займемся. Значит, еще присутствует вот 3 прицепа, как Роман мне написал, что у них поворотная, получается, передняя ось, как на грузовиках сделана. То есть цепляем тросом по барабану задышло, то есть как бы прицеп, и уже тащим. Видел, что как-то вот в бортовой прицеп что-то там загружается, но сейчас будем смотреть. Вот. И погнали. Значит, генератор. Так, это у нас получается прицеп-генератор. Значит, можно поставить вот такой, ребята, генератор. Номера на автобусе старые, на генераторе новые. Это подвох, парни. Надо было ставить старые номера. Но без разницы, в принципе. Все это можно переделать и самому, кому надо. Можете написать хоть на номере генератора. Генератор нам дает 800 ремонтных очков и очко гаража. Значит, так, багажник 120 литров, 400 ремонтных очков. Давайте поставим, посмотрим. Вот такой багажник, тоже с анимацией топлива, все это дело присутствует. Наверное, пусть он так и стоит у нас, я думаю, так он у нас не мешает. Так, опа, и понеслась, понеслась душа в рай, как говорится, да. Значит, генератор можно поставить в салон. Вот такой, ребята, генератор. Значит, вот он есть. Все с этими приборами, все как надо, все старое и старое. Так, значит, генератор мы поставили, да, ставим. Что нам подавал? 750 ремонтных очков. Так, дальше масс радио, значит, можно поставить радио. У нас 550 литров, 400 ремонтных очков, 2 очка гаража. В принципе, так прям вообще душевненько. Вдвоем поехать на двух автобусах, загрузить их, гараж открыт. Значит, все это дело у нас тоже, ребята, по красоте там. Канистры валяются, все классно. Так, снимаем эту бороду. Так, радио 2. Значит, у нас, ага, это вот в салоне. 250 ремонтных очков. Мы его оставляем, это радио. Так, запаска. Запас нам дает 150 очков ремонта. Сзади устанавливается, ставим. Так, дальше. Ой. Кто-то нажал. Кто-то закрыл, нажал. Нет, ничего не закрыл. А капот открыл, наверное. Так. Бочка. Бочка, бочка. Вот такая бочка, ребят, присутствует. Значит, она у нас дает 400 литров топлива. Прикольно, конечно, выглядит. Курочки, все там как надо. Так, бочку снимаем. Так, бригада. 400 ремонтных очков есть у нас бригада. Кстати, вот бригаду можно тоже переделать, чтобы она и загружалась, как бы, да, на этом, на погрузке, да, и прописать ее там очками гаража, там спокойно можно тоже. Вот такая вот у нас бригада. Сидят парни, что-то там читают, кто-то читает, кто-то валяется, короче. Ладно, бригаду оставляем, да, наверное. Кан. Что такое кан? Кан. Ага, кан — это канистры назад, ребята. Дают 60 литров, 200 ремонтных очков. Тоже их ставим. Не зря я открывал все это дело, да? Так, смотрим дальше. Так, это прицеп какой-то, да? Ага. Каша. Каша. Малаша, короче, да? Вот такая у нас кухня. Полевая. Значит, убираем бортовой прицеп, ребята. Вот тут, кстати, Рома, посмотри, что-то беленькое, что-то здесь не хватает, что-то где-то, по-моему, не хватает. Давайте даже ради интереса я туда сейчас полезу, гляну. Да, Ромыч, короче, что-то тут не хватает текстурки, короче. На крепеже, на этом. А так прописки надо посмотреть, может, просто не прописано. Вот. Так, убираем эту бороду. Так, сму на фары. Значит, фары вырубаем. Дают нам 100 ремонтных очков. Вот такая штука. Наверняка нету. Есть, ребята, анимация. Хлоп. Хлоп, глазки открываются. Так, туманочки. 100 ремонтных очков тоже также устанавливаем. И вентилятор, значит, вот он ставится в салоне. Сейчас мы туда его, или как тут нам сделать получше, давайте залезем сюда в салон. Ёшкин кот, вот он вентилятор, и мы его сейчас устанавливаем. Вентилятор, естественно, ребята, с анимацией как надо. Так, гараж, такая вертушечка стоит. Классненько. Так, прицеп. Ну давайте посмотрим сразу по прицепу. Давайте сразу все закроем. У нас тут капот, двери, 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 двери. Ну, можно открыть. Вот так вот, по красоте, как говорится. Так, все. Можно, в принципе, ребят, приступить. Блин, шумит он, ух, мама не горюй. Кубата какая знатная там стоит, такой. Так, давайте посмотрим по погрузке. Значит, прицеп надо поставить ровно. Что ты, блин, вот как всегда у меня с этим с ровно. А, так мы можем просто в гараже сейчас его удалить. Давайте мы его уберем, где он есть, бортовой, и поставим по новой. Будет все ровненько стоять. Груз. Вот он груз. 2 очка загрузки. Так, скинуть груз, погрузить груз. Все работает. Ребята, 3 коротких бревна выпадает. Давайте попробуем скинуть и посмотреть, ничего там больше еще не грузится. Ну-ка. Ну да, как бы это уже все на МАЗ. Значит, у нас ничего тут сверху не накидывается. Хотя я говорю, можно бригаду или это делать грузом. И то, и другое можно. Ну это сами определяйтесь, как там что нужно. Вот, так. Все, грузится. Прицеп можно нам, наверное, гараж удалять. Так. Ну шикарно, шикарно, ребята. Грузовик, автобус, я даже не знаю, как правильно сказать. Шикарненько выглядит. Так, мы сзади-то ничего не поставили, да? Давайте сзади сейчас мы еще воткнем радио генератора, я не знаю, давайте. Генератор веса маленечко прописано вес, да? Давайте радио поставим. Так, а радио 2 у нас стоит уже. Так, вот так вот на полном комплекте поедем. Сейчас давайте посмотрим, значит, по прицепам. Они ж, ну в принципе, наверное, прицепы-то я не знаю, что-то они дают, но не дают. Да, вот видите, сразу мгновенно получается. Ага, вот проблема опять же с этим самым, да? Видите, я не могу сейчас пользоваться лебедкой. Что ее туда делали? На какой? Вот этот список не пролистать наверх. То есть нам надо что-то, наверное, убирать, я так понимаю. Давайте уберем. Сейчас мы берем генератор. Это значит, багажник. Не появилось у нас ничего для этого. А вон, газовать. Тащить. Вот все. Вот теперь мы можем подтащить все это дело. Да? И поставим обратно сейчас. Давайте багажник, радио, прокатимся по полигону. Вот так все это выглядит, ребята. Да, поворотная ось, видите, работает как у грузовика. Вот как будто грузовик, знаете, тянем мы на буксире, они поворачивают колеса передние. Но опять же, вот этот прицеп, наверное, он ничего не дает, я так понимаю. Хотя мы можем на него пересесть. Да, мы можем на него, ребята, пересесть. И что он? Он ничего. Заглушить. Такие удары запустить можно. Короче, это как машина, только не едет. Если тут прописать мотор, я думаю, он и поедет, как бы, этот прицеп. Так, ладно, все это понятное дело. Задушить. Ну, давайте пересядем, поедем. Ой, забыли прицеп-то, ёшкин кот. Так. И вот опять, видите, да, проблема с этим. Ну, подтянуть лебедку, да, отдельно нигде кнопки нет, чтобы тянуть лебедку, перевели, переключать лебедку, да, приходится вот нам вот так, как говорится, ехать. Ну, конечно, моделька шикардосная, текстурочка, все, ребята, классная. По поводу приобретения еще раз, для тех, кто не понимает, с первого, со второго там или с третьего раза, да, пишите, ссылка на автора есть, ребят, в описании под видео. Под этим видео внизу посмотрите, полистайте, есть ссылочка. По поводу приобретения обращайтесь к автору мода, ребят. Все вопросы к парням. Мне можете не писать, я вот даже на этом видео хочу сказать, что я не буду отвечать вот на вот эти вопросы, где скачать, дай ссылку и так далее. Смотрите стримы от начала до конца, кому интересно, ребят, все в курсе, все читают, все смотрят, все проходят по ссылочкам. Вот. И не задают глупые вопросы. Немножко давайте еще о SnowRunner. Владимир Высоцкий тут не закинул мод. Тоже КрАЗ 64 46, по-моему, я не помню точно по нумерации. Хотел записать обзор, но после очередного корявого обновления, как там сказать-то, рукожопых разработчиков, да, назовем их так, они выпускали работу модов на консоли. Я так понял, что на консолях что-то начинает там работать, зато у нормальных людей на ПК уже ни хрена, скажем, да, ребята, не работают уже. Не вот редактор я попробовал загрузить этого КрАЗа, подписаться мне Владимир скинул ссылку. Я уже удалял и папки вот эти его, и по новой кстати, и опять же регистрация слетает вот этого него при каждом входе в SnowRunner. Приходится, ребят, кто-то звонит, приходится это самое каждый раз регистрацию проходить. Что-то они там, короче, на рукожопили с обновой, с этой, с очередной, и получается целая, как говорится, жопа, как обычно. Не бывает по-нормальному нормального обновления, обязательно какая-нибудь трында, так скажем, назовем ее, происходит у разрабов. Так, давайте. Ну да, если прицепы, ну, в принципе, прицепы могут что-то давать там, если, например, был у Романа, по-моему, какой-то мод, тоже таким же макаром что-то цеплялось, да, и, по-моему, даже можно было с него то ли заправляться, то ли ремонтироваться. То есть это еще можно и прописать, наверное, я думаю, здесь, в этом. Оп, все, засадили мы, ребят. Заднеприводный автобус. С этим автобусом давайте также. А, ну вот, кстати, топливо, да, тут топливо есть. Вот давайте здесь можно нам попробовать. Даже можно будет заправиться, например, пересесть на вот этот прицеп, правильно? Запустить, наверное, нет? Нет. Странно, нету вариантов приглушить. По-моему, вот было такое, что можно было с него... А, вот. Пересесть, вот. Так как-то я не очень соображаю. Ну ладно, бог с ним. Давайте пересядем сюда. Так. Также все должно, по идее, ребята. Я так понимаю, да. Топливо там присутствует. Прописано, то есть, как бы есть, да? Видно, что оно там есть. А заправиться мы с него ни хренашечки не можем. Вот так работает поворотная ось. Можно посмотреть, все там тяги, все работает так же, ребята. Ой-ой. Интересно, если его притащить и пересесть на него сюда. Сейчас давайте, ребята, мы братан, так, пересесть. Сейчас, секунду, ребят, отвечу. Так, друзья, алло, я вернулся. Сорян за этот самый материнскую плату. Там меня звонили по объявлению забрать. Поэтому так, заглушить, пересесть, ну, запустить. Никаких функций, да, по заправке тут нет. Так что пересаживаемся, ребят, на автобус полноприводной. Что у нас еще осталось? Ну, еще остался у нас вот этот прицепчик, да? Ну его тоже, наверное, я не знаю. Можно загрузить, нельзя. Сейчас давайте попробуем. Вот смысл вот этой кнопочки, видите, газовать и лебедка. Когда список большой, то тут сколько-то прокрутки нет в этом самом. Так, давайте мы его сейчас сюда затащим. Попробуем пересесть. Так, пересесть. Возможно, может быть, как-то и можно его и загрузить. Да, ребята, можно его загрузить. Он сейчас скинуть груз. То есть все функционально, все работает классно. Ну вот, я не знаю, почему Ромка не сделал, чтобы они цеплялись сюда к дышу, как вот такой предыдущий, да, бортовой мы смотрели, в принципе. А, ну потому что они собраны, наверное, как машина, вот, наверное, почему. Не как прицеп, а как автомобиль она собрана. То есть у нее тут своя поворотка идет, да. То есть как-то тут все... Не знаю, вот, парни, не буду ничего другого говорить. Ага, у нас что-то и открыто, ёшкин кот. Дверь закрой, да? Тепло не трать. Так. И, естественно, давайте еще прокатимся на полноприводном. Сейчас мы тут подтянем эту. Вот газовать. Вот. Сейчас мы его туда немножко прогоним, да? То есть все у нас тут в принципе классненько, да? Ставим сюда мы. Так, генератор. А, вот, наверное, тут будет косяк. Да, сейчас если я генератор поставлю, а он поставит сюда. Вот тут что-то будет бородана такая. Может быть, надо что-то там от блокс прописать, чтобы они вместе не ставились. Ромка, погляди, по-моему, можно, по-моему. Хотя не знаю. Не знаю, короче, такой вариант, что возможно. Даже давайте ради интереса. Хренакс. Ага. Ага. Видите, он отцепился, смотрите-ка. И не поставить его. Ну, пум-пум-рум, получается. Значит, ничего страшного, я так понимаю. Так, все, придется. Так, подтянули, погнали дальше. Багажник ставим, генератор в салон давайте ставим, радио ставим, запаску ставим, бочка прицеп, бригаду ставим, канистру ставим, кухня, бортовая, так, ну, туманки, вентилятор, обязательно, конечно. Так, это у нас полный привод, ребята. Мосты, все, тут у нас кухня, ни хрена там такие кулаки, повороты, бешенцы. Все, погнали. Можно из салона. Вентилятор. Девчоночки у нас тут такие, да? Есть. А, на ручнике еду, ёкарный вайдом, что-то не тащит ни хрена. Анимация козырьков, ребят, присутствует. Зеркало, вот болтают авио. Да, зеркала ходуном. Вот, мне этот Spintires MudRunner как-то побольше нравится, чем SnowRunner. Не знаю почему, вот, да. Ну, рано что-то они там вообще перемудрили там все, особенно с модами, конечно, полный трендец там. Ну, а так все зачетненько, да? Смотрите, как он едет. Колеса я не помню, кстати, внедорожные там, возможно, на них присутствуют. Да. Сейчас я посмотрю. Там вот едем маленько. Это ребята, по-моему, группе писали про колеса. Прицепы сейчас буквально Подождите секунду, может быть, если по-быстрому увижу что-то, то увижу, не увижу, значит не увижу. Так, Snow, когда-то писали про Snow. А, ну да, слушайте, ага. Сейчас я гляну еще. Слушайте, прикольно. Да, есть еще второй комплект колес. Показать я вам, к сожалению, не могу. Вот. Проходите к ребятам, у них есть группа. В группе можете тоже посмотреть все эти разработочки, что ребята там делают, что делали, что собираются делать. Все это присутствует. Вот. Блин, ну конечно, шикарный, шикарный аппарат. Сейчас мы доедем еще под задней приводной и дернем. Прикольная моделька, конечно. Шикарно выглядит. Шикарно. Обалденно. В принципе, все, она тут возит топливо, ремонт, как бы загружается, да, пусть хоть там 2 очка там какие-то, да, можно смело ехать, проходить карту. Скажем, автономной только как бы погрузки нету, то есть никаких манипуляторов, ничего, но для этого можно взять, конечно, другой мод, правильно, да, загрузиться какой-нибудь манипулятором, ну, без проблем. Так, ладно, этот прицеп мы Елене Фени давайте кидаем здесь. Поехали спасать второй автобус. Будем его называть автобус. Ага, вон он, бродяга стоит. Сейчас мы его. Не ссыте, парни. Сейчас мы вас спасем. Так, это что такое? Азотодобывающая станция, да? А это у нас электролаборатория. Так. Берем его на хвоста. Поехали. Друг сердечный. В грязь мы тебя загоним сейчас. По самое не балуй. Еще раз, ребят, повторяю, ссылка на данный мод есть в описании под видео. Проходите, пишите ребятам по поводу приобретения, заказов и так далее. Ссылочка в описании. Не можете не писать, парни, как всегда, респект, уважуха, мод обалденнейший, прям пятерка жирная с плюсом. Если где-то какие-то недочеты есть, я на это как бы сильно не напрягаюсь, это все можно, ребят, поправить, подделать, и ребята всем этим делом занимаются, если где-то какие-то недочеты есть, да, то есть смотришь, что недоделано, что переделать нужно, и без проблем все это исправляют. Я считаю, на мой взгляд, это самое шикарное вообще у парней моды для игры, что для Spintires, для MudRunner, да, и для SnowRunner уже пошли. Кому интересно, да, подписывайтесь на мой канал, будут еще обзоры на другие моды по SnowRunner, по MudRunner, возможно, там свежее выстрелить. Будет обзор, я думаю, что вот на днях на КрАЗ, на ромке 255, что-то я про него вообще забыл, немножко тут увлекся работой, поэтому, скажем так, вылетел из головы вообще напрочь. Мне Владимир написал по поводу своего КрАЗа, да, я начал смотреть и наткнулся, что ромкин КрАЗ у меня есть, а обзор не сделан, так что будет обзорчик и на него, ребята, обязательно на днях буквально запилю и, естественно, выложу обязательно на свой канал. Вот. Мод тоже будет приватный, ссылочки там на Романа, как обычно, будут. Вот такой, ребята, получился обзор у нас вот на 2 таких шикардосных автомобиля, автобуса, полуавтомобиля, полуавтобуса. Полностью он практически автономный, кроме погрузки, да. Есть небольшая беда, что текстурка там, ну, я думаю, Роман точно поправит без проблем. вот. На прицепе там безопаска снизу, то есть не прописана текстурка по ходу. Вот. А так, ну что я могу сказать, парни, мод обалденный, есть возможность, скажем так, и финансы, приобретайте, советую. То есть аппарат достойный, прям требует внимания, там классный агрегат. Ну, вот люди делают, почему разработчики не могут этого сделать, ребят? Вот меня вот единственное вот волнует, как бы. Такие бабки стригут, да, и что-то путевое замутить, ну, никак не могут. Ну, это прям вообще я валяюсь, скажу так. Да нет ни слов, ни букв, одни маты, но материться мы не будем. Поэтому вот такие симпатяшные у нас два агрегата. Такое ощущение, вот пассажир там сидит, да, ребята? Такое ощущение, что он как будто за рулем был, еще один водитель нарисовался. Вот. Ну все, всех ребят с наступающим. Всем здоровья, не болейте с этим коронавирусом, надо его как победить. Мойте руки обязательно, да. Заботьтесь, там масочки носите и так далее. Лишний раз в день там не шатайтесь, где большое скопление народа. Будьте аккуратнее. Всем удачки, счастья, добра, любви, мира. С вами, как всегда, был Драйвер 51 Рус. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, поддерживайте, да, меня какими-то, скажем так, небольшими, радуйте, лайками, да, и так далее, подписками, делитесь видео. Всем добра, счастья, всех с наступающим Новым годом, да. Врублю музончик под конец. Мод обалденный, ссылка, ребят, на автора будет в описании под видосом. Пишите по поводу приобретения Романа, ссылочка будет внизу под описанием, не забываем об этом. Все. Всем удачи и пока-пока.